Так, чат, короче, Sparks вышел у вот этого, забыл как его, Сирика или как он там, блядь, читается. Очень крутой парень, делает дикий трэш. В общем, если кто-то не знает, вы сейчас поймете, что, чем он занимается. У него очень забавные видосы. Nothing's happened yet today, and yet I have to feel danger near, danger near. Nowhere to escape to, and nobody that I hear, and a scream in fear. Мне, честно говоря, он меньше нравится, чем его старые видосы. Он типа захотел проапгрейдиться, но, честно говоря, мне это нравится гораздо меньше. Хотя графическое исполнение стало типа получше. Что за психодел? Ну да. Давай, Дэниел, удачи. Прикинь, что у человека в башке. На самом деле, такую хуйню придумать очень легко. Проблема в этой хуйне заключается в том, что ее геморройно сделать в визуальном ряде. Просто пиздец, какой геморрой. А именно сгенерировать подобный трэш очень просто. Очень просто. Ну, по крайней мере, для меня. То есть, очень просто. Но, к сожалению, техническая реализация крайне геморройная, сложная и... Ну, ты понял. Спокойной ночи, Эрин. Он решил сюжет добавить? Да, ну да, он ну, не только сюжет, но и... Хейтс не буду играть, пока не будет релиза. That I always feel. Lots of things have happened, and I seek an even keel. Danger near, danger far. Nowhere to escape to, and I'm racing in my car as I'm a screaming fear, screaming fear. The existential threat is driving very, very near. As I drive away, by the way, can't you see the existential threat is on its way? Что-то не то. Мне, наверное, даже не очень понравилось. Чтобы, ребята, чтобы поняли, раньше было примерно... Ну, это очень, конечно, супер старый пример. Наверное, это будет немного неправильно, но вы прощупаете атмосферку. Ну, не знаю. Ребят, не хватает не то, чтобы монотонности, не хватает какой-то особой атмосферности. Вы сейчас поймете. Смотрите. Смотрите.
Я не буду играть Portal Knights, чувак. Ну вот такое мне больше заходило. Это какое-то было более... Я не знаю. Я не знаю, как... Она... Блять, это более крипово, странно, атмосферное. Без ебучей... Без ебучего трека на фоне. А просто какой-то... Понимаете, да? Ну, какое-то, блядь, более атмосферное, да. Там как-то... И у него много видосов подобных. Это фу, дичь какая-то. О, понятно, понятно. Малолетки, понятно. И музыка еще такая на фоне. Вот это мне нравилось больше. Вот это мне нравилось больше.